Всем привет! Наступила середина зимы, а это значит, что вы еще успеете заняться активными видами спорта, если не сделали этого до сих пор. К примеру, освоить сноуборд. Но чтобы получать удовольствие от катания с гор, нужна удобная одежда для активного отдыха. В идеале специальный костюм для катания на сноуборде. Всевозможные сайты предлагают такие костюмы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая костюм для сноуборда, нужно отвлечься от внешней составляющей и яркой расцветки и сосредоточиться на главном – его функциональности. Верхний слой одежды выполняет три функции – защищает от ветра, выводит наружу испарение, защищает от дождя и снега. Ткань должна быть прочной и не скользкой, чтобы не порваться и не катить вас вниз по склону в случае падения. У костюма должна быть мембрана – тонкая пленка, которая находится за внешней тканью куртки и брюк. Защищает от внешних осадков и выпускает наружу испарение, идущее от тела, не давая взмокнуть от пота. Водостойкость измеряется в миллиметрах высоты водяного столба, давление которого выдерживает ткань без промокания. Ткань с показателем в 5000 мм защитит от дождя. В 10000 мм практически во всех случаях. Наиболее дорогие модели одежды могут изготавливаться из ткани с водостойкостью в 20000 мм. Костюм должен выводить испарение. Измеряется в граммах воды, которую выпустит наружу квадратный метр материала за сутки. Чем эта цифра больше, тем быстрее выводятся излишки влаги, производимые телом. На сайте Wildberries зимний костюм для занятий сноубордом сейчас продается со скидкой за 14 950 рублей. Его прежняя цена – 23 тысячи. Состав – 100% полиэстер. В наличии размеры 48-50. Есть выбор цвета. Костюм продается в бело-фиолетовой, бело-розовой, бело-голубой и бело-желтой расцветках. Комбинезон для активного отдыха, не для прогулок. Костюм рассчитан на температуру от 0 до минус 30 градусов. Надежно защищает от влаги и ветра. Комбинезон сделан из мембраны. Она не пропускает ветер, влагу, но выпускает наружу пар от активных движений. Комфортно носить с термобельем и флисовой кофтой до минус 25 градусов. Обязательно соблюдайте правила нескольких слоев. Первый слой – термобелье, второй слой – флис или теплый слой из натуральной ткани, третий слой – комбинезон. Застежки и молнии спортивного комбинезона созданы по стандарту. Все швы проклеены для наилучшей водонепроницаемости. Есть подтяжки, благодаря которым верх можно снять в помещении. Талия регулируется, имеются снегозащитные гетры. Модель с внутренними нагрудными карманами, двумя внешними плюс карман на рукаве для скипасса. На сайте Озон зимний костюм для сноуборда сейчас можно купить со скидкой в 45% за 9634 рубля. Есть в светло-розовом и ярко-розовом цветах. Изготовлен из водостойкой ткани. Застежки молнии и липучки выдерживает температуру до минус 25 градусов. На сайте Яндекс.Маркет костюм для катания на сноуборде мятного цвета сейчас можно приобрести со скидкой в 34%. За 26 тысяч рублей. В наличии только размер L. Подходит для активного зимнего отдыха. С активной изоляцией из ПЭТ. Водонепроницаемая ткань с ламинированной мембраной обеспечивает наилучшую защиту от снега и дождя. Есть возможность пристегнуть куртку к штанам. Карман для скипасса на рукаве. В карманах подкладка из флиса. Снежная юбка с нескользящей лентой. Есть регулировка манжетов. Флисовая подкладка в области шеи. Суперпрочные швы. На сайте Спортмастер куртки и брюки для катания на сноуборде продаются отдельно. К примеру, куртку Протест сейчас предлагают за 8999 рублей. Расцветка розово-бежевая. При производстве модели использовались переработанные материалы. Водонепроницаемая мембрана надежно защищает от промокания и обеспечивает комфортный микроклимат. Прямой крой с артикулируемыми локтями для естественности движений во время катания. Снегозащитная юбка не даст снегу забиться под куртку. Регулируемый капюшон, высокий ворот и манжеты на липучке для дополнительной защиты в ветреную погоду. Отверстие для вентиляции на молнии гарантирует оптимальный воздухообмен. 6 карманов, включая карманы для скипасса и маски, позволяют брать с собой необходимые мелочи. На том же сайте брюки для катания на сноуборде можно приобрести за 2499 рублей. В наличии все размеры от 42 до 56. На сайте магазина Кант костюм для катания на лыжах и сноуборде сейчас предлагают за 55 680 рублей. Расцветка красно-черная. Костюм оснащен черным меховым воротником. Эластичная ткань тянется в 4 направлениях, что обеспечивает максимальный комфорт и мобильность. Водонепроницаемый, дышащий, водоотталкивающий материал надежно защищает от неблагоприятных погодных условий. Многослойная система заполнения. Ремень с эффектной заклепкой для точной посадки комбинезона по талии. Карманы на молнии для рук. Карман для скипасса. Ластовицы на ногах. Съемный и регулируемый капюшон. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Личные скидки.